Так, вот он, Сатурн. июня 2021 года, Харьков, 3:51 по Киеву в Харькове. Вообще параллельно горизонту идет Сатурн. Так, а мы сейчас поправим. Уже светает, и это последние минуты на рассвете, когда можно видеть Сатурн. Но он даже еще не поднялся к своему зениту, как оказывается. Судя по тому, как он движется. Легко определить, поднимается ли Сатурн или опускается по направлению его колец. Ну, по крайней мере, судя по тому, как я снимаю. Статистика показывает. Если это сомбреро мексиканское задрало голову вверх, ну, то есть мексиканец задрался сомбреро вверх, эти поля шляпы смотрят по направлению движения, значит, еще поднимается Сатурн в зенит. И сейчас они явно развернуты хоть немного, но вверх. Ну и кроме того, просто по экрану движется практически параллельно горизонту планета. А когда будет нырять за горизонт Сатурн, он будет разворачиваться кольцами вниз. Понурив голову, мексиканец будет топать во свояси. Хорошо. 1378 миллионов километров до Сатурна на данный момент. Это очень близко. И очевидно, что лишь не совсем чистое небо мешает нам лицезреть Юпитер, ой, Сатурн во всей красе, а Юпитер — это вот он. И там сейчас со спутниками должно быть красиво. Все 4 галилеевых спутника из 64 спутников Юпитера должны быть слева от него. И вот довольно компактно. Сейчас глянем. Сам еще не смотрел. Крайне любопытно, правда, настройки такие, что может не все видно будет спутники. Настройки фотоаппарата имеется в виду. А здесь как раз уже развернуто все вниз. Интересно. Спутнички все сажены вот с таким. Штативом попробую да прицелиться. Да. Это не Юпитер тоже как-то норовит вверх. Так, резкость еще.
Хорошо, что мы видим сейчас? Я вижу Юпитер, я вижу даже полосы экваториальные на Юпитере. Я вижу слева от Юпитера. Спутник Ио. Потом идет спутник Каллисто. Дуплетом идут, они очень рядышком. Каллисто, чуть ниже Каллисто и левее Ганимед, самый крупный спутник. И самый левый пасет задних Европа. Да, я даже не помню, чтобы так вкусно галилеевые спутнички располагались. Дрожание — это ветер. Тут ничего не сделаешь, у нас просто жуткие ветры. Да, несмотря на то, что спутники как бы направлены в плоскости вниз, планета явно еще ползет вверх. Ладно, сейчас попробуем с другими настройками поснимать. Сатурн еще виден, но скоро это прекратится. Уделим ему внимание. 3.58 по Киеву в Харькове. Это был дубль первый. 19 июня 2021 год. И до Юпитера 675 миллионов километров.